По итогу бабраедка Симоньян, видимо, уже нюхом почуяла, дело пахнет жареным, и принялась искать для себя отмазки. Помните, вот как кремлевские профукали всю народную заначку, которую они годами выводили за рубеж? И вот Симоньян придумала, куда же эти деньги пристроить. Вот эти наши 300 миллиардов долларов арестованных активов ЦБ, да? Смотри, какая история. Они нам их отдать не могут. Эти деньги направляются Украине. Вот это поворот. При этом, чтобы им было не обидно, они это могут назвать репарациями, они уже стали об этом писать. А мы это будем называть просто покупкой. И волки сыты, и овцы целы. Я считаю, это вполне себе пригодный план. Да ладно, это что же, до Маргоши наконец-то таки дошло, что будет расплата и будут репарации, и что она уже торговаться начинает. Правда, знаете, пока что она предлагает как бы выкупить за 300 миллиардов долларов оккупированные украинские территории. Нам не нужны чужаки. Львов мне лично не нужен. Зачем нам эти люди, которые нас ненавидят? Да не переживай ты так, не будет тебе ни Львова, ни Киева, ни Херсона, ни Донецка. А вот что будет? Освобождение, суд и возмещение ущерба. Но все же надо таки Симоньян похвалить. Стадию гнева и агрессии она уже прошла. Теперь вот начался торг, и дальше, как говорят психологи, будет депрессия и принятие. Принятие неизбежной победы Украины.